Около 4000 верующих приняли участие в коллективном ифтаре, который профинансировал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Шатер Рамадана состоялся на территории центральной джума-мечети Махачкалы. Перед разговением к собравшимся обратились представители власти, общественники и религиозные деятели. Очень много людей в республике стараются совершать ифтары, то есть кормить постящихся. И в субъектах Российской Федерации, когда наши земляки загорали, помогали не только нашим землякам, не только там, где они проживают, независимо от национальности, но и своим районам, аулам, своим больницам. И именно роль муфтията в этом тоже была огромная. Именно поэтому на встрече с президентом Российской Федерации Сергей Ильич Меликов это отметил по-особенному. За что президент Российской Федерации попросил его передать слова благодарности муфтията Республики Дагестан и лично муфти. Аллах Всевышний в Священном Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ла ин шакартум ла азиданнакум». Если вы будете меня благодарить за те блага, которые я вам уже дал, то я непременно преувеличу вам эти блага и за вашего шукра, и за ваши благодарности.